Чувашия готовится принять 4-ю спартакиаду «Кадет Приволжья». 10 сентября в республику приедут команды кадетских корпусов ПФО. За 4 дня выявят сильнейших. Грудь! Делай два! Больше тренировок, больше шансов стать лучшими. Воспитанники Чувашского кадетского корпуса оттачивают мастерство в строевой подготовке. Это одна из дисциплин. За 4 дня спартакиады им предстоит пройти и марш-бросок, на время собрать и разобрать автомат. В программе есть легкоатлетические соревнования и интеллектуальные конкурсы. Оружие за спину. Подняли, опустили, все. Тренировки проходят достаточно тяжело. Приходится много успевать, приходится отрабатывать все. До самых мелочей. Вот, наверное, одно из самых таких сложных будет мероприятий. Таких, это, наверное, марш-бросок, где мы будем бежать 5,5 километров. Ну, так закаляется характер, так появляется коллектив. Там мы становимся одной командой. Я считаю, что все это нам понадобится не только в спартакиаде, которая будет проводиться, но и вообще в жизни, например, в службе в армии. В команде 20 кадет, ученики 10 и 11 классов. Защищать честь Чувашии будут лучшие из лучших. Конкуренция ожидается серьезнейшая. На спартакиаду приедут воспитанники кадетских корпусов из 6 регионов. Татарстана, Башкортостана, Удмуртии и других. Ну, я надеюсь, что мы покажем хорошие результаты. Надеюсь. Мы вот сейчас видите, что наши кадеты очень плотно готовятся к данному мероприятию. Верим в победу наших кадетов. Стоит отметить, что в прошлом году на этих соревнованиях ребята из Чувашии смогли войти в тройку лидеров в отдельных дисциплинах. А в начале этого года воспитанники 8-9 классов Чувашского кадетского корпуса стали победителями юноармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1».